Уберите, пожалуйста, беспредел. Сирены, вырубите по-братски, мне еще уши сдохнут. Сейчас уберем. Да ты не уберешь! Поспорим? Смотри. Да ты их просто взорвешь и все. Вместе с Серегой. Ну вот, расчистил. Я вообще не понимаю, что происходит. Нам нужен просто самолет с дороги и все. Ничего не подозреваю, потом надо. Хуяк. По-моему, ты писал. Раз. Два. Так, стоп. Энгри, давай поцелуй. Поехали, первый. Второй. Третий. Смелая кабина. Мы летим. Так соединиться. Где токсичная тачка? Она вернулась. What the fuck? Меня поймал этот. А, помогите. Какие же вы бесполезные, один бензовозик застревает. А удвоенные скидки на проститутки бывают? Да. Вместо 100 баксов будешь 50 платить? Не, они бесплатно дают. А в РДР будут проститутки? Это важно. Это очень важно. Будут. Там пока было. Да. В РДР есть проститутки, пытаемся. В игре 6 бульонов. 6. Мне не хватает еще 10. Что ты там купишь на 16 грамм? То, что выйдет. А если там члены резиновые выйдут? Это Герыч. Я как раз 20 миллионов накопил. Как раз специально для... Самый большой куплю. Чтобы весь сервер видел его. К ночному клубу добавят гей-клуб. Заход Герыш на сервер, точнее, на сервер, и такой, че вы, блядь, и весь такой сервер. О, все понятно. Вот они, 20 миллионов. Серег, я тут твоего альтер-эго нашел. Далеко ехать? Так, я буду сейчас рассказывать. Сорян за задницу. Сейчас, я захожу. What the fuck is this? Чувак на зомби похож, такое ощущение. На вампира. Ну, въеби ему. Хули ты тут? Вампиры. Странно. Не такой уж он живучий. Ёпта, я не так делал. Я вот не так сказал. В смысле? Ты что, сейчас был за плавучий битфакт? Тачка выжила, что ли? Да. Она прогнили. Так, пойду, короче, по супу курю и подойду сейчас. Меня лодка раздавила, слушай. Сюда захожу.
А ты не увесь репертуар, ебать, что у вас там будет. Я даже не знаю, что будет хуже по силе. Я буду, слышишь, я как помощник режиссера, если, короче, знаешь, я такой, блядь, диванный критик, ебать, что-то будет, ну, не так немножко. Помощник режиссера — это тот, кто члены дрочит между дуб. Нихуя, блядь. Макс, откуда у тебя такие познания, что он делает между дублями? Это в фильме в каком-то было. В каком, блядь, фильме? Пацаны, кто такие фильмы когда-то смотрел, блядь, с познаниями? Порнуху-то все смотрели, бесспорно. Бесспорно. А, блядь, такое приду, думаю, блядь, пойду посмотрю, что там в гаражах снимают, блядь. Хуяк стал режиссером, блядь. Теперь нам втирают, блядь, что все режиссеры. Человек-овощ, тебе не нужна скорая помощь. Макс! Все, поехали, короче, в ту сторону. Ладно, не трогай ничего с ботами, нафиг, а то еще сейчас... А сейчас, секунду, аж к вам бегу обратно, блядь. Нормально, под воду, блядь, тепнули, блядь. Так, мы в ту сторону едем. О, хотите прикол? Выйдите все из вертолета. Сейчас прикол покажу, смотрите. Садитесь все в вертолет. Садитесь. Смотрите, прикол. Я захожу. Как прикол? Смотрите, чтоб какая была ситуация. Бензовоз ехал. Да. Из бензовоза. Так, Александр, как думаешь, кто является частью вселенной? Против кого ты голосуешь? Я какой был? Физик, выйди сюда ко мне. И розовая, выйди ко мне. Нифига себе. Денис, кто был? Ну, очевидно, что Маша. Сократ, а что с тобой? Ты где? Сократ! Еб твою мать, что с тобой? Блядь, что происходит? У меня от Сократа одна голова осталась, которая по песку бегает. А как сделал этот Денисыч, чтобы получить випку? Он ходил по пабликам, искал людей, говорит, привет, погнали в GTA, потом такой внезначай, типа, а у меня 21 см и группа ВКонтакте есть, подписывайся. Ты выдал, кидал фотку с линейкой, кидал и в личку, и плюс, соответственно, фотку с членом сразу. Да. Не, ну, я так же делаю, потом ко мне менты приезжают и скручивают меня, говорят, что пропаганда. Ну так у тебя, видимо, здоровый елдак, это пропаганда, а у него видно просто линейку, и все. И люди думают, что он просто пинал фотку. И как бы все. На этом. Да, начинали жалеть и вступали в группу. Да, вот понимаешь. А потом. Слышь, Паша, как вам мутим? Да мы уже едем. Стойте на месте, ничего не делайте. Блять. Тут эти дебилы бегают до сих пор. Нету этого. Герыч, а где остальные? Денис. А, ну вот это хули только. Вы нас забыли, блядь. Кто сам? Во-во-во. Все, пацаны, едем. Я вижу, у тебя красные трусы, слышь. Гробиков. Они белые были утром. У меня это суперкарета садись. А, у тебя сегодня критический. А нам похуй. А может за мной приехал? Зеленый, блядь. Колесо, смотри. Сломал машину. Че? Запинал. Он с другого бока. Пизди, блядь. А хули он такой здоровый? Не тут. Запинулся. Меня-то за что? Он бессмертный, что ли? Поехали. Тогда пизди, блядь, пока не умер. Сюда, прыгай. Да ё-моё. Там надо водителя убить. Как работает Маси. Стой. Не уйди. Из глины. Блять, что это такое? Что это за, блять, дрон из Звездных войн, блять? Чугунный зверь. Дай поесть. Это, сядьте ко мне трое кто-нибудь на машину. Пошел, садитесь в тачки. В или типа на? Насрать.
Поехали. Поехали. Второго забыли. Неделю на вторую тачку забыли. Что вы такие тупые, блядь? Да нервы, блядь, поехали. Что за... Ой, блядь, сори. Три удара. Вона, на твою... Нормально. Я могу нормально сказать объяснение. Он стоит все время сначала барбекю. Никакого основания. Просто взял барбекю, все. Блять. Денис дебил. В смысле? Он выбил мою тачку. Ее нет в твоей машине. Тут нет твоей тачки. Тут машины нет, Сократ. В смысле, вот я на машине сейчас. В смысле, вот я на тачке. Это голова твоя. Ладно, похуй я тогда на видео. По крайней мере, я есть на своем видео. Вы готовы? Подожди, на счет три. Раз, два, три. Поехали. Пошел нахуй. А я что, самый первый еду? Лучше иди нахуй. Какой ты первый едешь, ты вообще не едешь. Я вообще самый первый. Я самый первый. Сука, ты едешь. Вы что делаете-то? Слышь, я выиграл. Или что? Какой выиграл? Ты вообще ни на чем не едешь. Я не выиграл. Я первый. Так. Давай, Денис, вспомни еще раз. Я забыл записать тебя со звуком. Ты издеваешься сейчас? Не, давай, теперь записывай. А готовы? Ну-ка, тишину поймали все. Выступает поэтесса. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Ты пчела, я пчеловод. Ну почти, почти. Виски, кола, королева танцпола. Собрались, блядь, потел. А давайте, давайте все вместе. О, тёмно, ты знаешь, что ты против Сократа играешь, который... Царь этой игры. Я вытащил вам гадку, девчонки. Чё вы можете сказать против Сократа? Пиздежом пахнет, чувствуете? Нихера... Скажи, что это нихера не аргумент. Это по качану ее или потому что? Просто нихуя не аргумент. Я... Матера, ты педик? Нет. Почему? Потому что. Все. Да охуел, чёрт, говно ебаное, блядь. Бля, интересно, вот она сказала, каждая вторая баба типа по девушкам, да, течет? Ага. Так скажи? Да. Вот мне интересно. Вот у меня было две девушки, может какая-то из них текла по бабам, просто трахалась со мной ради интереса? Может быть. Скорее всего, они обе. Так, тормози. Нормально. Что вообще просто? Только единственное прикол, я должен спрыгнуть вообще. Красиво. Нет, нет. Бывает.